Кися. Что с тобой? Кис. Помочь-то можно? Так, это вот таки. Кс-кс-кс-кс. Голова на бок. Но при этом она кушает, уже начала реагировать. Худющая и дышит не очень хорошо. Но по рентгену как бы изменений нет. Я думаю, что это общее самочувствие так влияет на дыхание. Возможно, есть кальцивероз, потому что на во рту язв нету. Может быть, внутри в пищеводе. Анализы мы сдали вирусные. Сегодня, получается, ждем. Ну, вот как-то так. Так и очень нужна помощь. Ей нужна операция и долгое, сложное лечение, и сбалансированное питание. Для нас это большие расходы, потому что за спиной 3000 голодных ртов.